Здравствуйте, меня зовут Михаил Сергеевич. Сегодня мы будем делать домик для пищухи. Начинаем делать домик для пищух. Итог 6,5, 3,5, 3,5. Передняя стенка 29, задняя стенка 33. Размер скоса 13. Внутренняя ширина 10,5. Приколачиваем переднюю стенку. Крыша у нас будет съемная. Домик для пищухи покрасим лаком. Домик для пищухи готов. С вами был Михаил Сергеевич. Пока!